Осталось немного времени в апреле, и мне осталось тоже немножко посадить. Я надеюсь, это последние посадки на апрель, потому что я уже показывала, сколько у меня рассады, у меня уже кончается место. Но тем не менее продолжаем. Я сейчас буду сеять базилик от Леруа за 1 рубль. Просроченный базилик еще целых 5 пачек. У них полтора года назад сроки вышли. Посмотрим, что из просроченных семян у нас может зайти. Или это пустая трата времени. Базилик сеем поверхностно. Я поэтому чуть-чуть вот так вот почву здесь примну. Не прижимаю вообще никогда этого не делаю. Я просто так стучу. В этом случае, потому что буду сеять только сверху, чуть-чуть слегка вот так примну. Так, базилик от Леруа Мерлен. Базилика семена небольшие. Этот базилик называется овощной лимончик. Я подозреваю, что это лимонный базилик. Так, вот он. 7. Ну, сейчас вот так вот с самого края, чтобы назначить, что это именно этот непросроченный вид, скорее всего, он зайдет. Поверхностно высеваем. Потому что для прорастания семенам базилика нужен свет. Так написано в инструкции. Так, дальше пошли у нас просроченные от декабря 2019 года семена. Базилик овощной гурман мятный. Написано оригинальный приятный аромат, сорт среднеспелый, 55 дней. Компактные. Масса одного растения 220 грамм. Рекомендуется использовать в свежем виде или высушенном. Семена хранились вот в такой упаковке. Сейчас мы ее вскроем. Кто у нас кто? Это поиск. У них в этом году ребрендинг был. А они почти все упаковки поменяли. Вот такие же семена. Ну, кстати, знаете, их даже меньше, чем семян от Леруа Мерлен за рубль, которые. Ну, конечно, сорт другой. Но факт остается фактом. Там же сеем поверхности. Абсолютно идентичные семена у них выглядят. Одинаково. Так, дальше он же. Две пачки получилось взять по оценке. Еще одна. В прошлом году просроченный базилик у меня ни один не зашел. Поэтому я на этот год не надеюсь. Но все равно высеваю. Такое же количество абсолютно в этой упаковке, что и в предыдущей от поиска. Все упаковки я сохраню, чтобы мне потом знать, что у меня росло. Дальше. Что еще? Здесь есть базилик овощной карлик. Виолия, там марка Леруа Мерлен. Здесь он был не в герметичной упаковке, россыпью в пачке, и его больше, чем в семенах от поиска. И больше, чем за рубль, которые. Написано: однолетнее растение, среднеспелое, обладает насыщенным ароматом. Овощной карлик. Ну, наверное, карлик, потому что карликовые растения. Правда, не написана высота у этого сорта в описании. Я могу только предполагать. Дальше идет базилик гурман анисовый. Опять поиск у нас. Но вот тут я чувствую россыпи. Анисовый. Знаю такой вид базилика. Семян. Столько же, сколько предыдущих приблизительно.
полная коробочка базилика получилась. И последний вид. Это фиолетовый, всем известный вид, ароматный. Тоже опять гиолия у нас. Фиолетовый базилик среднеспелый. Сильный аромат и пряный вкус. Ну, это везде одинаково пишет, на самом деле. Семян здесь меньше было. Видимо, какие-то определенные сорта. У них по-другому, по-разному расцениваются. Поэтому разное количество семян. В итоге хотела сюда еще что-нибудь посеять, но вышла у меня полная коробочка одного лишь базилика. Не знаю, что из него взойдет. Но смотрите, какое количество семян. Правда, из них не просроченные, только вот эти. Остальные все просроченные. Мы посмотрим, что взойдет, и я вам обязательно покажу.